Друзья, всем привет! Хочу показать вам свои покупочки недавние. Это я все-таки намерила и намерила в Тики Максе в Варшаве очки Оскар де ла Рента. Вот такие. Там было достаточно много вариантов, но почему-то я все-таки решила более-менее классические, потому как, ну, как-то я вот все-таки, и мне надо было на каждый день, потому что там у меня есть белые, есть синие, но все-таки каждый день я хожу вот в таких вот черненьких. Сейчас я их повытираю здесь. Значит, они такие вот интересные, сейчас я вам покажу. Видите, золотистая такая штучка, переносится тоже золотистая. Вот. Вот такие вот они. Достаточно хорошо видно. У меня были предыдущие, но не от Оскара де ла Рента, но тоже в этом магазине куплены. И я в них очень хорошо, но они такие побольше у меня, помните. И я в них каждый день хожу, то есть вот каждый день. И вот эти вот я тоже себе на каждый день такие взяла. Такие обычные. Ничего в них сверхъестественного нет. Вот такие вот очки, потому что я без очков здесь не выхожу. Я даже в Варшаве сейчас и то в очках была. То есть, как бы, мне надо бумажки типа с наклейки клей постирать сейчас. Так, в общем, вот такие очечки. А 85 злотых они стоили. Не знаю, не написано, наверное, сколько они раньше стоили. Тут что-то... Нет, не вижу. Не вижу. Обычно у них там такая цена, и потом пишут, что цена раньше какая была, и цена какая здесь. Но здесь нету ничего. Ладно, не столь важно. В общем, я их купила за 85 злотых. Очень они мне понравились. Были еще там такие по... Ну, в общем, вы знаете... Как бы помаднявее, не сильно классические такие, но я решила, что я вот такие себе куплю на каждый день. И вторая покупочка, которую я вам хочу показать, но это я купила не в Варшаве, это я купила дома. Всего лишь за 6 евро я ее себе купила. Вот такая сумчонка. У меня... Выбросила одну сумочку я для путешествий, чтобы ехать куда-то в дорогу. Вот, это юнит, какой-то юнит. Не знаю, где она сделана, кстати. Кстати, наверное, в Китае, конечно, как обычно. Так, что-то я не вижу, где она сделана. Боже, не знаю, не вижу, где она сделана. Ну, чайный, конечно, чайный, модель чайный. Но сейчас я ее уже, вот мы сейчас в путешествие новое поедем, и я ее возьму. Она такая прям летняя, легкая. И сюда мне телефон, документы. Здесь один отдельчик такой. И вот здесь для салфеток. Положить салфетки, положить самое такое, что нужно. И ремешок, конечно, регулируется. То есть ремешок регулируется прекрасно. Вот за 6 евро я такая думаю, конечно, за 6 евро я ее возьму. У меня желтенькая была, но я ее выбросила уже в этом году уже. Поэтому на смену пришла вот такая вот фиолетовенькая. Все, вот это все, что я вам хотела показать. Хорошего дня. Любите друг друга.